ребят, ребят, представляете, я вчера у папы пизданул бритву, короче, побрил яйца, вы посмотрите, сколько... Ничего себе! Я вот хочу, я из этой шерсти хочу, короче, маме шубу? Шубу! Нифига себе! А то ей холодно, потому что, вот кажется, да, снега... Нету снега, а да. Папа, а почему мама вчера на тебе прыгала? Вот, и он говорит, что она так согревалась, поэтому, чтобы она больше не прыгала, я хочу сделать ей шубу из своей волосни. Нормально, на этого очень много волосни придется отдать. Но... Да у меня этой волосни на яйцах, блядь! Понимаю! Это... А может быть мы Корнеичу сходим по пещерам погуляем? А вот где-то пошли! Вот... Пошли! Там должно быть круто! Корнеич! Вы где? А, что? 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 Корнеич! А? Здравствуйте, Корнеич! А можно у вас погулять? Опять гонять к ним хотел, да? Не, я погулять хочу у вас, можно? Да, конечно, конечно! Спасибо! Гуляй. Спасибо! А, ребятки, подождите, а можете найти мой сундук? Я его найти уже год не могу. Сундук? Да, конечно, мы тебе поможем, долбоёб, иди копай, да! Зачем так всем грубо? Да ребята, что... ребята, смотрите, что я нашёл! Нифига себе тут! А давайте лучше вот эти вот алмазики и всякое такое отдадим Корнею Корнеевичу. Да, давайте реально отдадим ему. Почему ты не хочешь ему отдавать? Нахуй, да, у этого человека и так, блядь, смотри, король, блядь. Ну, у нас же самолеты не летают, чтобы в Таиланд ездить. А мне похуй, я, блядь, найду в Таиланд красавцепой, блядь. Ну ладно, давайте завтра полностью решим, а что мы говорим? А, ничего. Я чё, пиздуй, червяк ебаный. Пошлите, блядь! Пойдемте. Блядь, нахуй. Пиздец, надеюсь, нахуй не заметит никто, блядь. Блядь, надеюсь, этого червя ебаного нет. А ну-ка, на. Оп! Так, тут нет, на. Оп! Блядь, надеюсь, этого червя ебаного... Да где этот сундук, блядь, пи***ера? Блядь, только не говорите, что эта пидораска его нашла, блядь. Блядь, сундук! Ебать, я миллионер теперь, блядь, поеду в Таиланд. Главное, чтоб этой суки ебаной тут не было. Что за шум такой, а? Блядь! Блядь, Корней, Корнеич! Что это было? Привидится такое, а? Ну чё, пчелёнок, пойдём расскажем всё. Здравствуйте, Корней Корнеич. О, здравствуйте, ребятки. Корней Корнеич, мы хотим вам сказать то, что мы нашли ваш сундук вчера. Просто Кузя не хотел вам его отдавать. А где сундук? Как? Здесь сундук был. Там было очень много сокровищ. Правда, что ли? Да. Мы Кузя вчера говорит, типа, давайте заберём. Может, это Кузя забрал? А я откуда знаю? Я, конечно, чувствовал, что это было, конечно, но... Но... Не знаю, конечно, может, это он и был. Давайте сходим к нему, спросим. Ну, пошли. Пойдемте. Ребята, вот дом Кузи. Кузя, открывай! Кузя, открывай! Кузя! Кто Кузя! Это мы! Кузя! Открывай! Открывай! Кто мы-то нахуй? Блять, вы чё тут забыли? Кузя, отдай сундук Корнею Корнеичу, это не твоё! Теперь он мой, нахуй! Это Корней Корнеич, а сундук! Где он? Где сокровище? Отдай ему сундук! Сокровище у меня, блять, да пошли вы нахуй! Ай! Валим отсюда, валим! Бежим, бежим! Пчелёнок! Я тут, блять, вас тут больше не вижу! Ай! Прям нахуй! Бежим отсюда! Бежим! Бежим! Пидорас! Тихо! Капец, ребята, что это с Кузей? Капец! Ребята, нам нужно... Капец, конечно! Ребят! Я хотел извиниться, и я понимаю, что я поступил неправильно, поэтому... Знаете, вам мои власти, блядь! Пидоры! Корней Корнеич,
Я думаю, нам нужно собрать команду и силой как-то забрать ее в сундук. Согласен, да, прошу! Давайте, быстрее, быстрее на помощь, быстрее на помощь! Ну что ж, ребятки, давайте еще разок попробуем, может он согласится все-таки. Кузя, открывай! Я тебе уже сказал, пидорас, уйди нахуй! Кузя, ну зачем ты такой злой? Ну верни, пожалуйста, сундук, мы с тобой поделимся. Давай как лучше, ну... Да пошли нахуй, блять, все! Ай! Ты чё дерёшься? Мы с тобой поделимся, тебе на Таиланд и на Сейшелы хватит. Мне не нужно, чтобы ты со мной поделился! Меня будет всё! Деньги, тёлки, тачки, админки, хуинки, буринки! А у тебя не будет нихуя, тупой ты бомж, блять! Ты... Ты ну, почему Кузя, такой Кузя. Злой? Вы так и останетесь, блядь, тупым фиолетовым ебланом с ушами, как нахуй, блядь. Ну это же ещё моё. Тупые плечи, нахуй, и тупой, блядь, челой, нахуй. Пошли с дома, нахуй. Пидорас, тебе это, блядь. Мы тебя из леса выгоним, у меня команда, мы тебя... Да мне похуй, я в Дубае. Тогда мы сделаем свою команду, и тебе капец будет. Я даже знал, что вы так скажете, и именно поэтому... Команду самых отбитых, самых сильных и самых долбоёбских, блядь, зверей! У блядь. Тебя никогда не будет своей команды! Ай! Пидорасы, блядь! Тебе завтра пипец! Ребята, пойдемте за автоматами. Вот и пиздуй! Ай! Пидорас зеленый. Пойдемте. Нам, нам. А, бежим!